У нас 3 выходных и еще и 8 марта. Что мы будем делать с ними? Мы поедем на Ибицу. Мы поедем на Ибицу. А вот он и пришел, этот день весенний, о котором не писали Пушкин и Есенин. И куда ни киньте взглядами на карту, этот день владеет миром. День 8 марта. Движет мысли все о вас, о любимых наших, о Татьянах, о Маринах, Ольгах и Наташах. С праздником весны. Лена, что ты ждешь на 8 марта? Миллион. Яны, Юрий, Катерины, Иры, Светы, Маши. С праздником прекрасным. Поздравляем вас и желаем счастья. Самое лучшее — это игнорить мальчика. Вот с самого начала. Да. А потом, ты влюбилась, но не показывай. Вот, девочки, не, ваша глупость, вы навязываетесь. Не показывайте. Всё. Нужно быть недоступным. Нужно, да? быть, да, вот прям, чтобы он смотрел и поражался. Давайте еще раз.